Внимание, лошади в боксах. Дан старт третьей скачки. Пробному призу на жеребцах двух лет халтикинской породы. Впереди Аман Клыч. Тут же Рапид. Аман Клыч, Рапид, Распадок. Тыкеберкан. Впереди по-прежнему Аман Клыч. Аман Клыч, Рапид. В повороте на финишную прямую участники скачки идут кучно. Тыкеберкан пытается захватить лидерство. Впереди бровкой Аман Клыч. Аман Клыч, Айдемир. Распадок. Уверенно, с большим отрывом по финишной прямой лидирует Аман Клыч. Аман Клыч. Вторым Распадок. Аман Клыч уверенно выигрывает пробный приз. Вторым финиширует Распадок. Третьим второй номер Айдемир. И четвертым Тыкеберкан.